Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня я, как и обещал, поделюсь с вами специальной программой «Как стать шире». Реально в любом возрасте. Конечно, для тех, у кого зоны роста еще не закрылись, это будет гораздо эффективнее, чем тем, кому уже за 25. Но польза будет абсолютно для всех. Эта программа рассчитана на 8 недель, которые изменят вас настолько, что вы сами удивитесь своему отражению в зеркале. Основой данной программы будут, конечно же, подтягивания на перекладине, которые придают V-образность фигуре в любом возрасте. Я живу и тренируюсь в США и заметил, что большинство крупных парней начинают любую свою тренировку с подтягиваний. Да и многие проатлеты, если вы заметили по их роликам, поступают сегодня подобным образом. И не зря. Начинать свои тренировки мы будем с разминки в течение 3-5 минут в грибном тренажере. Предварительно, конечно, размяв все суставы нашего тела. После чего необходимо будет сделать комплекс специальных упражнений на ротаторы плеча, который вы уже видели в одном из моих роликов. Ссылку на него я дам в описании к данному видео. Дальше мы будем выполнять следующие упражнения. В понедельник это будут приседания, 3 разминочно-подводящих подхода и один подход на 15-20 раз. Следующим упражнением будет идти обратный пэк-дек на заднюю дельту. 3 подходика по 15-12 раз. Дальше мы делаем серию из 5 подходов для 2 упражнений – подтягиваний и жима гантелей сидя с опорой. Можно и стоя, кому как удобнее. Выполняем их поочередно. Естественно, перед первыми рабочими подходами необходимо сделать разминочные и в подтягиваниях, и в жиме. В подтягивания во всех 5 подходах работаем на максимально возможное количество повторений, в то время как в жиме стараемся укладываться в диапазон от 10 до 12 повторений. Завершаем серии из 3 чередующихся подходов вертикальных тяг, желательно с 2 независимыми рукоятями, из 15 медленных повторений, с четкой паузой в нижней точке амплитуды и отведением гантелей в стороны, в таком же медленном стиле выполнения. Из 15 повторений. Отдых между данными сериями от 30 до 40 секунд. В отведении гантелей старайтесь придерживаться манеры выполнения, когда руки не выведены вперед, а наоборот, смещены назад. Так больше будет задействована средняя и задняя головка дельт. А конкретно задний пучок диктует, насколько большими и круглыми будут ваши дельты. И от его развития зависит развитие других пучков. На что стоит обратить внимание в данном комплексе, именно в понедельник? Это на серию из подтягиваний и жима гантелей. Необходимо будет выполнять один подход подтягиваний, затем отдыхаем, выполняем подход жима гантелей. После чего очередной период отдыха и выполняем снова подтягивания. То есть чередуем подтягивания и жим гантелей. Не выполняем сначала все 5 подходов для подтягиваний, а затем 5 подходов для гантелей. Нет, выполняем их поочередно. Отдых между подходами от 1 до 1,5 минуты. В серии из вертикальных тяг и отведений гантелей в стороны точно так же. Сначала вертикальная тяга, затем отведение. Но там проще, все регламентируется временем. И под нагрузкой, и отдыха. От 30 до 40 секунд. Переходим к следующему дню. Это среда. Выполняем экстензии спины с одновременным отведением гантелей в стороны. В 5 подходах по 10-12 повторений. Вес гантелей подбираем соответствующий. Естественно, перед этим выполняем разминку, которую мы выполняли и в понедельник. Дальше следует серия из 5 подходов для 2 упражнений. Подтягиваний обратным хватом и жима гантелей сидя с опорой. Можно и стоя, кому как удобнее. Точно так же, как и в понедельник.
Выполняем также поочередно, чередуя подход подтягиваний с подходом жима гантелей. Естественно, напоминаю, перед первыми рабочими подходами необходимо сделать разминочные. В подтягиваниях во всех пяти подходах работаем на максимально возможное количество повторений, точно так же, как и в понедельник. В то время как в жиме стараемся укладываться в диапазон 20 повторов. Выполняем их неспешно, с акцентом на негативную фазу движения. Дальше идут брусья. 5 подходов. Повторения на каждую новую тренировку меняются по схеме 8-15. Максимально возможное. То есть в одну тренировку мы делаем 8 повторений, в следующую тренировку мы делаем 15 повторений, а в следующую тренировку делаем максимально возможное количество повторений с собственным весом. Естественно, для 8 и 15 повторений необходимо будет использовать дополнительный рабочий вес, который подбирается индивидуально для каждого человека. Завершаем серией из 3 чередующихся подходов вертикальных тяг, желательно, как и в понедельник, с 2 независимыми рукоятями и с 12 повторений, с четкой паузой в нижней точке амплитуды и отведение гантелей в стороны на 12 повторений. Отдых между данными сериями будет составлять 60 секунд. В отведении гантелей старайтесь придерживаться манеры выполнения, когда руки не выведены вперед, как я говорил уже для понедельника. Наоборот, смещайте их назад, задействуя средние и задние пучки дельт. Переходим к пятнице. Не будем повторять о необходимости разминки, перейдем сразу к рабочим подходам. В этот день мы будем с вами делать становую тягу. 3 разминочных подхода и 2 подхода на 5 и 3 повторения. Следующим упражнением будет обратный пэк-дек на заднюю дельту. 3 подхода по 15-12 раз. Переходим к серии из полюбившихся уже 5 подходов для 2 упражнений. Подтягиваний и жима гантелей. Сидя с опорой или, как уже говорилось не раз, стоя, кому как удобнее. Выполняем их поочередно. Естественно, не забываем перед рабочими подходами выполнить серию разминочных подходов. В подтягиваниях во всех 5 подходах работаем на максимально возможное количество повторений, как и в первые 2 дня. В то время как в жиме стараемся укладываться в диапазон от 10 до 12 повторений. Вес гантелей подбираем соответствующий. Завершает пятницу серия из 3 чередующихся подходов вертикальных тяг, желательно с 2 независимыми рукоятями, как вы уже помните. В 15 медленных повторениях с четкой паузой в нижней точке амплитуды и сведенными вместе лопатками. Конечно же, отведение гантелей в сторону. Следующее упражнение. В такой же медленной манере выполнение из 15 повторений. Отдых между сериями от 30 до 40 секунд, как в понедельник. В отведении гантелей стараемся придерживаться манеры выполнения, когда руки правильно, не выведены вперед, наоборот, смещаем их назад, так как больше задействованы средние и задние пучки дельт. Почему? Смотрите выше. В воскресенье начинаем новый цикл. Заканчиваем любую тренировку легкой, дозированной растяжкой и заминкой на кардиотренажере с понижением темпа вплоть до полной остановки в течение максимум 10 минут. Тренироваться будем, как вы уже заметили, через день. Если в выходные не получается, то тренируемся, как указано выше, отдыхая в выходные дни. Но эффект будет лучше, если мы будем придерживаться схемы день отдыха, день тренинга, день отдыха, день тренинга, вне зависимости от выходных дней и праздников. Отдыхать между подходами нужно до восстановления дыхания. Обычно это от минуты до полторы, у кого-то больше, если не указано точного времени отдыха. Каждый вечер настоятельно рекомендую 30 минут прогулку перед сном и растяжку всех мышечных групп. И спать будете лучше, и восстановление будет отличное. Но что самое главное, не будет крепатуры. А крепатура, я подготовлю отдельное видео, на самом деле это всего-навсего сокращение мышц.
И если не растягивать мышцы, не придавать им до тренировочного состояния, со временем они действительно укорачиваются. И любая удобная для вас ранняя нагрузка может привести к серьезной травме, вплоть до отрыва сухожилия. Сделайте фотографии до начала программы и сразу по ее окончании. Широчайшие спереди и сзади и двойной бицепс. Постарайтесь сделать фото в одинаковых условиях, ракурс, свет и так далее. Сравните эти фотографии до и после и увидите, насколько эффективной была ваша программа. Не забывайте, что для любой программы показателем ее эффективности будет служить, конечно же, отражение в зеркале и фотографии. Но для того, чтобы любая программа сработала, необходимо соблюдать и факторы питания, и факторы восстановления. Особенно обращаю ваше внимание на ночной сон. 8 часов плюс-минус час. И по возможности хотя бы 15-20 минут нужно полежать, отключившись днем. Это будет способствовать тоже выбросу гормона роста, который положительно скажется на ваших тренировках. Не забывайте, что мы подстраиваем свои тренировки под возможности нашего восстановления, отдыха и питания, но не наоборот, как делает большинство. Если вы не высыпаетесь, если вы плохо, некачественно питаетесь, то и результат от тренировок может быть отрицательным. Да, не просто может не быть эффекта, может быть даже хуже. Поэтому, ребятки, обращаю ваше внимание на все три составляющих здоровой жизнедеятельности и тренинга. Это правильная грамотная программа, это хорошее полноценное питание и, естественно, адекватный отдых. Не забывайте пить 2-3 литра воды в сутки, именно чистой воды. Насколько долго можно использовать данную программу? Я не советую использовать ее дольше 8 недель, то есть 2 месяца. И перед тем, как снова возвращаться к ней, необходимо как минимум точно такой же перерыв. Но перерыв не в тренинге, а в смене режима ваших тренировок. Тренируйтесь грамотно, думайте всегда головой, и будет вам сила, масса и здоровье. Всем пока, увидимся в следующий раз. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym. Специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Подписчики канала Heavy Metal Gym. Меня зовут Артем Белезе. Я из Украины. Хотел бы поблагодарить Егора Дубановича за сотрудничество в подготовке чемпионата Украины по бодибилдингу 2016 года, а также за то, что его знания помогли мне выйти из тяжелого периода 2015 года, когда при неправильном подходе к тренировкам я был очень сильно истощен. Благодаря периодизации, правильному подходу к тренировкам и питанию. Сейчас я чувствую себя прекрасно, вижу изменения. Надеюсь, что этот год будет гораздо удачнее, чем предыдущий. Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка где-то слева. Увидимся. Увидимся на канале Heavy Metal Gym. Пока. Пока.